Приветствую вас, друзья! Если вас интересуют такие новости, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах вечером 6 марта. Эпицентр землетрясения находился в море в 53 километра от города Сан-Хуан на острове Лусон. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сильные толчки землетрясения ощущались во многих регионах острова, включая Манилу, столицу страны. В зданиях были ощутимы толчки, люди выбежали на улицы. В результате землетрясения были повреждены несколько зданий и дорог. По последним данным, погибли 4 человека, включая 2 детей, а более 20 человек получили ранения. Среди жертв землетрясения также есть люди, которые погибли под обломками разрушенных зданий. После землетрясения было объявлено предупреждение о возможном цунами в прибрежных районах Филиппин, однако оно было отменено через несколько часов. Землетрясения на Филиппинах происходят довольно часто, так как страна расположена на Тихоокеанском огнеупорном поясе, который является самой активной зоной землетрясений и вулканической активности в мире. В 2013 году на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, которое унесло жизни более 200 человек и повредило множество зданий и дорог. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться. Посмотрите еще вот эти видео, они тоже очень интересные.